так, это Спанч Боб. Спанч Боб. Надеюсь, меня хорошо слышно, потому что я сейчас пытаюсь сделать все возможно, чтобы у меня было хорошо слышно. Хорошо, точнее. Потому что меня очень плохо слышно во всех видео. И мне это не радует вообще. Поэтому давай так, я уменьшил звук в игре. Получилось сделать немного. Потому что, наверное, слышно будет только меня. А игру саму не будет слышно, но я пытаюсь сделать так, чтобы у меня было только одного слышно. Я немного улучшаю звук, чтобы хотя ушей было слышно в этой игре. Я пока молчу. Блин, это не начало игры. Ребят, у меня игра зависла. Ребят. Ребят! Фейл. Ладно, ребят, я выключу запись, пока что здесь мне. Короче, все плохо. Понятно, подождите. Подождите, работает, все окей. Ага, так, давай, пуплайм, как бы еще сидим, мы начинаем тоже закончи. Пытаемся выплыть. Выплыли. Так, я почему-то не могу лагает. Jesus. Come on, we need to disappear. They're gonna investigate. Я спрошу уже Surgeon Simulator. Так что теперь будем играть в это, только в это. Нет, еще мы будем играть в другие мои игры. Leave it alone. We need to stay hidden. Мне это надоело обучение. Сейчас я хочу нормальные игры. Старый кусок металлолома наконец упал с утеса. В квадрате чисто. Я глаза устаю, я очень хочу спать. Я это вообще записываю ночью. Так что теперь я буду записывать только утром, если я смогу. А я ночью уже больше не буду никогда не записывать, у меня глаза болят. Я буду немного тупить, конечно, потому что я очень сонный, и могу даже уснуть в игре. Идем вправо и спи все. Дайте мне апреля. А, можно уже больше не играть, можно идти брать, постоять и всех расстреливать, как не знаю кто. Не важно, что я потеряю миссионера, а я буду стрелять как... Окей. Ну, не знаю. Тупая миссия. Ладно, я включу пока что запись. Подождите. Так, я убил их. Окей, let's мы продолжаем. Careful. Это меня заняло. Let's plan C4 in the house. The distraction should make a gap in their defenses. Roger. Okay, я возьму пистолет. Потом уже начинаем его самостоятельно. Так, мы просто проходим. Так, если мне слышно, хорошо. Так что буду говорить погромче немного. Так, вставляем C4. Okay, charges are set. Так. Okay, let's move. We'll blow the charges when we've got some distance. Он поставит, хотя и не умею ставить, ребят. Давайте попробуем. Это вам означает. Такое нельзя допускать. Блин. Так, ладно, я не понимаю, что должен делать? Блин, ладно. Пойдем наверх, давайте осмотримся. Так, наверх мы не можем пройти, давай. Блин, что мне надо делать? Ладно, пойдем за вот этим путем. Наверное, так и нужно. Говорю, я...
скажу всем сразу, я не умею струсить, не умею. Трусить меня не слышно? А еще подавлю компьютер. То, что не знаю, как не слышно, не могу это проверить сейчас. Здесь меня неплохо слышно, я хочу кушать. Ладно, не важно. Ах, ненавижу стелс. Нет, конечно же, Данил, точнее, сильно его любит. Но я не его... Я, то есть, я... Я стелс не люблю, но... То есть, ассасин любит стелс. Я не люблю стелс. Это игры для меня, я люблю шутеры. Отлично, прям. Вражеский снайпер! Что у нас требовалось? Я сейчас не понял ничего. Походу, мы для разведки. Что у него... Кто там, как с ним справляется, я не хочу стелс. Блин, я не понимаю, это кажется не по сюжету мы идем, а просто так все понимаю. Да, это не быстро убивает. Блин, ладно, я выключу запись опять. Да вы шутите, опять с этого места. Да нет, да не эту игру, короче, не хочу в это играть больше. Конечно, ребята, я вас подвел, но я уже больше не собираюсь в это играть. Ибо это уже на стадии сумасшествия. Чекпоинт в самом начале. Нет, ребят, все. Все, они даже сразу убили. Кью. Ладно, ребята, да. Ладно, это была последняя серия этого прохождения. Я не знаю, я, конечно, сейчас тупил для вас. Но вам понравилось мне это прохождение, эту игру. Но, ребят, я не могу это выдержать больше. Это такой тупизм. Чекпоинт делает с самого начала этого уровня. Не хочу туда его проходить. Плюс я сейчас сонный. Нет, вот просто. Что-то камон, давайте их расстреляем. Что это? Блин. Это глупо. Дайте, дайте. Кто хочет? Ну я, наверное, надоелась, честно. Короче, я не люблю стелс. И стелс никогда не будет моим. Так что, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я поделюсь. Нет, все. Не хочу в это больше играть никогда. Так что, по последней серии, делал эпичное прохождение. Да, наверное, подберу другую игру. Наверное, это шутер. Потому что я не люблю такие игры. Я думаю, это подойдет для съемки, но оказалось, что нет. Так что это можно назвать серию Epic Fail. И игру тоже можно так назвать. Мне эта игра уже, если честно, уже не нравится. Ну, конечно, вы поймите меня, потому что я сейчас сон, у меня глаза болят. Короче, сам я выложу эту серию. Я сейчас всех разочаровался, я сейчас поставлю дизлайк, но я сон. Так что, спасибо за просмотр, с вами был SpongeBob. С вами был Боб, повторюсь, если меня было не слышно сейчас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Та-та.